Привет, меня зовут Кирилл Рыбасов, я президент компании Мультфинанс. Я приветствую тебя на обучающем уроке, как правильно пользоваться банковскими картами. Сегодня я хочу поговорить о двух темах. Это интернет-банкинг и мобильный банкинг. Что я подразумеваю под мобильным банкингом? Под мобильным банкингом я подразумеваю пользование банковскими услугами с помощью специального приложения для iPhone или Android, которое можно установить от вашего банка на телефон. Хочу рассказать именно о двух таких системах от Связной и Тинькофф. Почему? Потому что именно эти карты мы в основном разбираем. Почему? Потому что у них есть бесплатное снятие по всему миру без комиссии. Сама программа Связного и программа Тинькова мобильная, она устанавливается на iPhone или на Android бесплатно, то есть пользование бесплатно. Единственное, что какие комиссии вы можете платить, это если вы будете пользоваться услугами банка. В основном это переводы. Переводы внешние на какие-то другие карты, другие счета других банков и так далее. Внутрибанковские переводы и у Связного, и у Тинькова, они бесплатны. И в предыдущих уроках говорили о том, что пополнить карту Связного с карты Тинькова тоже можно бесплатно. И наоборот. В общем, мобильный банкинг от Связного, его преимущество перед интернет-банкингом от Связного тем, что вы можете совершать платежи без подтверждения смс. То есть вы устанавливаете на свой телефон изначально приложение. Я уже не помню точно, система у вас один или два раза запросит подтверждение через смс. Вы установите специальный код на вход, который вам нужно будет каждый раз вводить, когда вы уходите в приложение. Что это означает? Это означает, что если ваш телефон кто-то найдет или потеряет, или возьмет, он, не зная этого кода, не сможет сделать никаких операций. И зайдя в приложение, введя вход по тем платежам, которые вы уже совершили ранее, вы можете делать только платежи, то есть они становятся шаблонами, и вы по ним можете платежи делать, меняя только сумму, без смс. Это очень удобно, потому что это позволяет вам достаточно быстро провести несколько операций по тем шаблонам, по тем друзьям и знакомым или родственникам, с которыми вы уже недавно какую-то операцию вместе совершали. Если пользоваться интернет-банкингом от Связного, то вам, во-первых, потребуется смс для входа, а второго вам каждый раз нужно будет. Даже если это был платеж по шаблону, вам каждый раз придется вводить смс. То есть в данном случае, если вы оплачивать будете через интернет-банк, то вам все время нужен телефон, на который будет приходить сим. Это хорошо, если вы живете в России и у вас смс привязан к вашему телефону, поэтому не очень маленькая проблема. Почему? Потому что телефон всегда в руках. Но если вы, например, путешествуете, то, скорее всего, туда, куда вы приедете, вы уже поставите на свой телефон местную симку, а смс вам будет приходить на второй телефон. Если вы все правильно сделаете, прислушаетесь на рекомендации, возьмете второй телефон в дорогу, то смс будет приходить на второй телефон. То есть имеется в виду, вам нужно иметь два телефона с собой для того, чтобы совершить операцию через интернет-банкинг. И это хуже, чем, соответственно, мобильное приложение. В общем, основными фишками, какими я пользуюсь в интернет-приложении, это вот оплата по шаблонам, да, потому что все платежи обычно у меня между знакомыми и родственниками, которые, ну, я совершаю, и поэтому мне ничего нового особо придумать не нужно. Но даже если у меня новый платеж, то я могу его там выписать, прописать, и, соответственно, с помощью смс подтвердить, а дальше я уже буду действовать по шаблону. Какой еще момент? Сейчас я не знаю, давно это ввели или только недавно, но если вы делаете какой-то большой перевод там, от 30, может быть, от 50 тысяч, то вам обязательно будет звонок из банка Связной, если вы этому человеку переводите платеж впервые. Поэтому тоже будьте к этому готовы. Обычно платежи через интернет-банк, через мобильный банк, например, перевод с карты Связного на карту Связной происходит в течение
минуты максимум. Но если у вас большая сумма и перевод у вас впервые этому человеку, то возможно, не то что возможно, а скорее всего вам, прежде чем деньги переведутся, даже если вам придет смс о том, что деньги списались, это еще не подтверждает о том, что туда деньги зачислились. Поэтому будет звонок из службы безопасности, который спросит: да, вы делали такой перевод, вы подтверждаете, я делал. И все, деньги дойдут до адресата. Ну, это тоже нужно будет учить. Что касаемо связного. Связной, не связной, а Тинькова. Тинькофф в банке то же самое. Можно настроить платежи. Но если в связном достаточно любой платеж, который вы делаете, он автоматически становится шаблоном, и в дальнейшем можно по нему платить, то в Тинькове немножко неудобно. Там, если вы хотите сделать шаблон, нужно нажать специальную галочку, сделать из этого платежа шаблон и плюс еще придумать ему название. То есть дополнительно от вас требует усилий, дополнительно от вас требует времени. Вы можете спешить и в этот раз забыть сделать шаблон. Потом во второй раз опять будете делать, опять будете спешить, опять сделать шаблон и так далее. То есть в связном получается немножко быстрее настраиваются вот эти шаблоны. Но, тем не менее, такая функция у Тинькова есть. И точно так же, если у вас шаблонов в интернет-банкинге, то есть в мобильном банкинге не будет, вам нужно будет подтверждение платежа с помощью смс. Если у вас уже настроен шаблон, то не будет. И это тоже удобно. Ну, точно так же в связном мобильном банкинге он бесплатный. Точно так же при входе нужно установить 4-значный пароль. Все, в принципе, в этом плане одинаково. Ну, немножко по дизайну Тинькофф поинтересней. Но вот что касаемо интернет-банка от связного, могу сказать такую вещь. 7 марта я проводил 4 операции 2003 года в пятницу, 2004 года в пятницу. И в итоге потом, когда я смотрел статистику платежей, я этих 4 платежей не обнаружил. То есть смысл такой, что я знал точно, что у меня в этот день будут платежи, и мне почему-то, я уже точно не помню, надо было посмотреть, какие суммы там были. Там, наверное, через 4-5 дней мне надо было посмотреть точную сумму. Я был очень удивлен, когда я не нашел этого платежа. Я позвонил, а деньги я знал, что пришли. Потом я позвонил в банк, связной банк, и оказалось, что да, платежи прошли, но они в моем отчете не зафиксированы. Поэтому после этого, конечно, немножко меньше стал доверять связному интернет-банку, вот именно статистике, потому что получается, что какие-то платежи могут и не пройти, и получится так, что вы этот платеж сделали, а, соответственно, он не отразился. Ну, допустим, простой пример. Вы переводите другу 5000 рублей в долг, потом еще 5000 рублей, а потом еще 5000 рублей. И потом он звонит вам и говорит: так, Кирилл, все, возвращаю тебе долги, сколько я тебе должен, напомни, пожалуйста. И ты заходишь в свой интернет-банк, набираешь по фамилии человека и находишь только 10 тысяч. Почему 10 тысяч? Потому что 5 тысяч у вас потерялось и не зафиксировалось. И, соответственно, так можете потерять деньги. Поэтому в некоторых случаях, если у вас есть ресурсы, возможности и такая необходимость, то желательно дублируйте информацию, которая есть в интернет-банке. Да, я понимаю, это, конечно, такой совет в никуда, потому что, естественно, никто обычно это делать не будет. Но, тем не менее, старайтесь мониторить, тем не менее, смотрите, что такой риск у вас. По крайней мере, вот если будет какая-то проблема, что у вас будет сомнение, вы вроде платили, а платежа нет, это не значит, вот так можно сказать, если в интернет-банкинге нет выписки вашего платежа какой-то, это не значит, что вы его не делали. То есть смысл такой, что если вы в чем-то сомневаетесь, возьмите телефон, позвоните в банк и скажите: так и так, можете ли проверить по своей системе, есть ли у вас этот платеж. И они могут у себя его видеть, а у вас он в интернет-банке может не отражаться. Вот такая беда у меня случалось со связным. С Тиньковым вроде ничего такого не было. Поэтому, но это не значит, что
Тинькофф тоже идеальный, просто у меня пока ситуации подобных не было. Все, в общем, что я рекомендую? Рекомендую, если вы едете в путешествие, обязательно устанавливать себе вот такие платежки, потому что если вдруг экстренно нужно будет заплатить, чтобы, а у вас под рукой не будет какой-то телефон, не будет второго номера телефона, вы оставите его в номер или еще где-нибудь, то с помощью мобильного приложения, мобильного банкинга вы сможете это сделать. Думаю, что еще в следующих уроках поговорим об интернет-банкинге, мобильный банк, о каких-то конкретных фишках. Пока вот важная информация, которую я хотел сказать, я сказал, и надеюсь, вам это понравилось. И если это вам понравилось, то ставим, пожалуйста, этому видео лайк. Если вам что-то не понравилось, если у вас появился какой-то вопрос, или замечание, или даже предложение, то вы ниже этого видео, прямо в комментариях, можете об этом все написать. Ну и увидимся в следующих видео-подкастах. Меня зовут Кирилл Рыбасов. Это курс «Как правильно пользоваться банковскими картами». Отличного дня. Счастливо.